По состоянию на 13:00 по киевскому времени обстановка в Донецке крайне сложная. В 12 часов 10 минут в городе прогремел мощнейший взрыв. Точное место ЧП выясняется, но по предварительным данным взрыв произошел в районе Донецкого казенного завода химических изделий. Сильная взрывная волна прокатилась по всему городу. По сообщениям жителей, во многих районах, в зданиях и домах повылетали не только стекла, но и полностью оконные рамы. Кроме того, очевидцы сообщают, что в здании стадиона «Донбасс-Арена» взрывной волной также выбило окна.